6 сентября на Аллее Героев в парке ДК имени Ленина состоялась выездная рабочая встреча главного прокурора города Михаила Овсиевича с главой администрации Юрием Кондратенко и начальниками силовых структур Красного Луча. Я как вновь назначенный прокурор города Красного Луча вышел с предложением, глава меня поддержал, силовики и все правоохранители, включая МГБ, нас тоже поддержали, встретиться здесь. И как бы вот эту проблему, которая на сегодня существует здесь, вот именно на этой аллее, ее не прятать, ее наоборот открыто показать и определиться в дальнейшем, как эту проблему решить, насколько это серьезно, мы понимаем для нас, насколько это важно для нас. То есть те, кто это сделал, как бы я понимаю, что это была провокация против нас здесь живущих, существующих и работающих. Поэтому с этой провокацией мы каким-то образом силовым, правовым, законным будем бороться и ставить все на свои места. Находясь возле бюстов героев Великой Отечественной войны, нельзя остаться в стороне и не почтить их память. Главный прокурор, глава администрации и начальники силовых структур возложили цветы к монументам. Далее обсуждался вопрос о вандализме, произошедшем не так давно на Аллее Героев. Михаил Леонидович Овсиевич попросил начальника следственного отдела Красного Луча дать разъяснение по этому делу. Следственный отдел Красного Луча, городского отдела полиции, возбуждено дело по факту вандализма. Значит, я считаю, что это вопиющий случай. В настоящее время проводится предварительное следствие. Нам необходимо совместно с оперативными работниками и с ними сотрудниками приложить максимум усилий для раскрытия данного преступления, чтобы виновные лица понесли заслуженное наказание за совершенное преступление. Сейчас следствием устанавливается, даются поручения для установления данных лиц, для совершения, для раскрытия данного преступления. И в дальнейшем установление этих лиц и привлечение их уголовной ответственности. В свою очередь, глава администрации Юрий Кондратенко рассказал о работе по изготовлению новых гранитных плит и их установке на монументы. Значит, дали задание, привлекли людей, люди изготавливают новые плиты, уже изготавливают. Вот. Но я думаю, до конца сентября плиты уже, там просто есть у них своя технология и есть какие-то заминки, то есть по времени. Но они уже взялись, все уже договорились, все снято, все сделано. Одно единственное, сейчас они изготавливают эти плиты, и до конца сентября мы поставим их уже на место. Также на рабочей встрече обсуждались вопросы взаимодействия в работе силовых структур и администрации города, а также вопросы, касающиеся охраны общественного порядка и возможность привлечения к ней краснолучан.